гектара. Раскраска у нас действительно замечательная, интересная. Она, в общем-то, взята с нового альбома прекрасной питерской группы Tequila Jazz, которую мы все, в общем-то, любим, знаем. Случай свел нас с этими замечательными ребятами весной. Мы здорово пообщались, познакомились и решили презентовать таким образом их новый альбом, который в Питере будет показан 20 июня. Он оформлен как шахматная доска с фигурами, и вот также раскрашен наш боевой автомобиль Subaru Impreza. Сколько на свете чудес, космос, Париж, Мерседес, и вдалеке от небес клубный неоновый блеск. Зайди до начала, куда привык, сперва грибоедов, потом фишфабрик, это сила. Парни, стоящие у дверей, пустите со мною друзей, за мною текила. Справа ночь, под ногами ворохи огня. Дым не может мне помочь, он и сам зависит от меня. Он зависит от того, сколько мне и для чего мы потратили на этот мост. После долгого дождя идет промоушен-акция нового альбома Tequila Jazz, он очень крут, вот, и мы, как хорошие друзья группы, поддерживаем во всем эту команду, в том числе и в расклейке нашего прекрасного автомобиля. Ребята, круто! музыкантам это все тоже очень понравится. Это будет какая-то изюминка в их презентациях нового альбома.
мелодия эта, напевали ее от заката до рассвета, выпивали вино, курили сигареты в море звука и в море света, и просто в море бирюзового цвета. Всего пять нот, ни припева, ни куплета, но послушайте мелодию эту. Билета нет у нас, да и не нужно. Оно уже пропето, скоро снова будет море. Поезда, велосипеды, будем там мы будем где-то, и об этом споем. Хоть не певцы и не поэты, все же тем, с кем были прошлым летом, посвящаем мелодию эту. Сегодня чудесный день, 6 июня 2009 года. Мы финишировали в ралли «Белые ночи» 2009, этап Кубка России. И сегодня мы, преодолев многие трудности психологического, физического, морального и многих планов, все-таки финишировали.